Итак, всем привет, дорогие подписчики, а также гости канала. Так, всем трям. Такая вот игрушка в эпике бесплатно раздается, вроде бы еще. Да, вроде раздается еще. Так что, ну, в любом случае, довольно-таки интересно, на мой взгляд. Так что, вы единственное, что... Да, не ожидайте, что будет прям полностью все выпуск. А, ну давайте вот так вот, да. Не будет полного прохождения этой игры. Это, скорее всего, такой, ну, первый взгляд на игру. И, соответственно, просто показать вам, да, что скачайте бесплатно и, соответственно, поиграйте. Довольно интересно. Я просто тут уже побегал за кадром. Вот. Но почему не будет прохождения полного? Просто потому, что здесь... Графика не моем вкусе, да, а я знаю, что люди есть, которые на графику вообще не обращают, да, играют в пиксели, например, да, и все равно, да, и радуются. Вот, я же не особо, вот, поэтому, но как в целом игра, на мой взгляд, довольно-таки очень интересна. И сделана прикольненько. В глазах я вижу ненависть и страх. Такая про зомби там какие-то еще мистику, по-моему. Будь я это, я виноват в распространении заразы. Будь я источник всех несчастий, опустошающих эту землю. Мне негде от них спрятаться, некуда убежать. Лес перекрыт, все пути к отступлению. Мы обречены. Итак, соответственно, это мы. Так, давайте я немножко все-таки звук что-то как-то громковато. Или это у меня опять... Ну да, это у меня так... Да я немножко, да, плохо слышать стал, и поэтому... Так, соответственно, вот она. Довольно-таки, ну... Нормальненькая графика. Так, самодельный аппарат. Значит, здесь я так понимаю... Будем картофель. Здесь растет определенный. Это картофель. Мы его как-то на грядке будем сажать, наверное, выращивать. Самогон аппарат. А, перерабатывать, опять же, картофель. Самогон там и так далее. А, соответственно, у нас блокнот. Наш. Да, мы это все можем, хотя вроде бы. А, нет. Здесь просто надо. Я выучил все на память и хочу снова перечитывать. Медицинские записки, он умеет лечиться и так далее. А есть шкала, вроде бы. Такого выносливости, вот она, здоровье, ну здесь парочку это, и есть через таб, это у нас, соответственно, мешок или там карманы. Так, давайте, значит, осмотрим мои инструменты, которые дезинфицировались уже много лет местным же пациентам, и так ничего не поможет. Фотография. Так, не знаю, что это что-то он такой. Это докторский саквояж и фотоаппарат. Это мы, наверное, скорее всего, что-то будем фоткать. В клетке пустые. Да, клетки пустые. Может быть, мы сюда кого-то посадим. Тряпку надо будет взять. Ну, со временем посадим, да, и будем за ним наблюдать, как он и что. Что у него. Как говорится, на уме у какого-нибудь зомбака. А, ну да, это я. Ладно. Вы можете взаимодействовать с объектами, которые находятся на определенном расстоянии от вас. Расстояние обозначается местом. Я только что проснулся. А, это кровать, я не помню. Уже много лет в эфире царит тишина, только иногда мне кажется, что сквозь шум слышны голоса.
Медицинские, опять же, записи, шкаф, обыскать. У нас есть ключ, у нас есть... А вот, соответственно, это справочник, я так понимаю, да? Какое распознавание заразы? Или это медицинская какая-то операция? Не знаю. Так, тряпки берем, самогон берем, доску и спички. Здесь, по-моему, кто-то сидит. Видите, лучше туда сейчас не заходить. Ну, у нас, скорее всего... Нет, будет какой-то дробовик там. Тайник заклинило. Там можно вот так вот подергать. Я как-то дергал, 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 и оно открыло. Ну, не тайник, а дверь открылась. Ну, надо, да, надо нажать, держать правую кнопку мышки, и появляется дополнительно. У нас нет отмычек. Ну, хорошо. Нет отмычек. Ну да, она не поддается, видимо. Лопает, но не поддается, да, радует. Ну, вот сюда я точно знаю, что можно. Если вы возле курсора виден плюс, нажмите слева кнопки мыши, чтобы открыть меню 10 с этим предметом. Ну, тут обойти корректировать, открыть или использовать ключ. Ну да, используем ключ. А. Дошел? А. Я без ключа как-то ее дергал, дергал и сломал вообще. А когда-то она была роскошью, но с тех пор, как дороги заросли, она стала бесполезной груз железа. Это, я напоминаю, пятерка. Пятерка, да? Или копейка наша. Трибуну Луду. Что-то там описывается, что случилось. У нас бедный песик. Нельзя камеру не прибавить, не убавить. Она видит. Колесик только вот. Деревянная кукла без лица. Здесь история. Здесь много такая довольно-таки... старая такая история. Будем всеми средствами мочить. А, сломанный колодец, веревка. А вот интересно, можно его... жаль, нельзя починить. Да, можно вот так вот перепрыгнуть через заборы. Но не всегда, я так понимаю, потому что есть места, где нельзя перепрыгнуть. У нас сейчас выносливость падает. Но я думаю, что это... ничего страшного. Слышали, да, ветка такая хрустнула? Это вот тоже в этой игре имеет значение, потому что если мы это идем и хотим, чтобы нас не заметили, то и, соответственно, им хруст любой ветки, да, может спровоцировать зомби начнут нападать. Итак, если оружие находится на панели быстрого доступа, нажмите правой кнопкой мыши, чтобы приготовиться к нападению, а левой кнопкой мыши, чтобы нанести на удар. Вот. Да. Ну, такой себе, если честно, вариант атаки. Это, кстати говоря, потом прицеливаться так. Придется правую кнопку мыши и левой стрелять. В общем, косточки, не знаю зачем. Капкан. Ну, давайте поднимем, я думаю, что возможно пригодится. А, мы можем возле дома, наверное, поставить, да? И таким образом что-то ловить. Мы нахожусь здесь. Это наш домик. Вот это все. Здесь как-то какого арти... так вы знаете, отметки, где наш дом, только вот это. Я так понимаю, это мы будем зарисовывать что-то, да? Ваше местоположение не обозначено на карте. Когда вы обнаружите новую локацию, она будет нанесена на карту. Маркер локации, в котором вы в данный момент находитесь, помечен красным цветом. Чтобы не теряться, вам нужно научиться определять свое местоположение относительно открытых локаций и характерных мест. Ну, то есть нормально, да? То есть нам рабочие сказали, а фиг вам. А не маркер. Ну да, здесь скажет, я даже сказал бы, что она линейная, потому что здесь право такое
более открытого нет мира. Ну, если мы сюда побежим, мы просто ткнемся в топор. Ну и здесь, соответственно. Лес закрыт. Все ходы и выходы. Никто не может пробраться через эту чащу. Вот это мне не нравится. Вороны. Потуши костер. Тряпка, доска, спички. Я вот единственное, что... Да. Ну вот куда пойти пока непонятно, либо вниз, да, и вниз. Посмотрим, что здесь. Ну тут ничего нету. Ага, ну как я и говорил, да, то есть вот нам и вот дает такое вот пройти, вот мы должны вот так вот идти. Можно в этой части леса очень темно, мне нужен факел. Да, давайте факел скрафтим. Так, факел и его. Вот почти без него. Тут так, либо факел, либо... Либо топор. Да? И да, мне не очень нравится вот когда мышка является прицелом, да, вот куда ты ее намудешь. Я бывает, когда начинаю с кем-то из врагов биться, бывает забываю направлять. Так, ну это нет, это по-моему... А, нет, все верно. Открыто что-то новая локация, да? Открыт... это наш дом, это заброшенный дом. Можно его, так сказать, облутать. Да нельзя было стать. Итак, деревянные доски. То есть это я, подождите. А, заблокировать. Нет. Можно как-то сюда влезть. Во! Да, видите, забываю, что... Ну, факел чуть больше получается. Можно, кстати говоря, его, видите, вот перетаскивать. Я так понимаю, это для того, чтобы куда-то забраться. Обыскиваем тряпочки, хлеб. Неплохо. Но он такой маленький. Не особый, да. Ну, в принципе... В принципе, нам-то чего, да? Угу. Тут поверху надо будет идти. Поверху. И экшончик, конечно, еще тут будет. Слушайте. Нет, значит, через этот дом как-то надо пробраться. Ну я дальше просто этого дома не, точнее, я до дома дошел и как бы все. И... и по-моему я на нем застрял сейчас. Потому что я не понимаю, куда тут идти. А, павшее дерево. Опять же, непонятно, вот сверху когда смотришь, ни хрена не понятно.
Здесь вот выход. А, вот для чего стул нужен, наверное. Нет, не может. Тогда вопрос. Вопрос, как я должен туда перебраться? Это либо какой-то все-таки есть вход. Здесь у нас пустота, а здесь заблокировано, здесь скорее всего тоже заблокировано, да, дышит уже трудно дышать ему, и непонятно, это столб что ли такой. А, я что-то неправильно пошел, а или я что-то сделал, или я тогда, либо невнимательность. Все парни его полностью абсорбируют. Какой-то олень. Тряпочка. Но у нас нет места в инвентаре уже. Вот так вот, скушали немножко. Что у нас вообще с инвентарем? Крафтинг. Но я так понимаю, будет много всего открываться, да? Пустая бутылка, тряпка, тряпка, кости, доски, тряпки. Самогон, быстро пригонный самогон, почти бенефильтрован. Ну, давайте вот, да, вот, на всякий случай, старый бесполезный саквояж. Зря я его, наверное, взял, да? Скажете вы? И я с вами соглашусь, пожалуй. Скажу, что, может быть, действительно, я его и зря. Нет, чинить мы ничего не будем, потому что, ну, смысл чинить то, что уже разрушено. Так, ну это уже мы не туда побрали, пошли. Ну такая бродилка, выживалка, как всячина. А, я вот до этого человека, значит, доходил, я помню его. Если где-то и есть выход из этого леса, этот ключ наверняка его откроет. Во. Я помню, да, я его находил. Во, на этом моменте я как раз, да, приостановился. Он без сознания. Раньше я его здесь не видел. У него при себе только ключ и какой-то дневник. Если он как-то сюда попал, значит, должен знать, как отсюда выбраться. Конечно, по собственной воле он мне ничего не скажет. Но это... уже не имеет значения. То есть он ему какой-то вирус... Эбола, да? Скачал. Я должен выбраться из этого проклятого леса. Нифига, куда у меня здоровье делать? Она слышала голос. Она зовет меня к себе.
Просит вернуться домой. Где выход? Где? Скажи мне, где? Странно, что этот чел не хочет рассказывать, да? Я прихлопну тебя как муху, если так будет нужно. Вот так. Да. Жестокие времена, жестокие нравы. Но он сейчас вырвется, выследится. А, может быть, это мы наоборот? Нет, хотя не это. Подонок украл мой ключ. А, так мы теперь. В смысле? Бригада слишком прочная, я не могу ее разобрать. Так, ну это мы. И как я должен? То есть я как-то должен отсюда выйти, да? То есть пораскинуть мозгами. Проволока. Ну хорошо, а. Отмычку. А, ну мы можем отмычку делать, да. Ну как. Так вот, я понял. Фонарик, лопата. Да нет, ничего. Так, и я так понимаю, можно бинт. Мы вообще за другого человека работаем теперь. Ой, это играем, да? Странновато. Ну, чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Что-то надо выкопать, да? Или наоборот, надо было. Надо было сделать. В общем, ладно. Ладно, в общем, да. Игрушка, говорю, прикольненькая. У нее есть свои пески. Прелесть некая в ней. Но, как я говорил, это нужно прям сидеть и разбираться. И опять же, мне опять вот эти вот не нравятся. Видите, я, блин, куда надо его направлять? Я привык к клавишам. А клавиши, он, видите, только вот так вот. Чтобы развернуться, соответственно, надо вот мышкой. Я постоянно забываю, мне это бесит немножко. Так, вот такие игры. Ну, именно система вот эта вот. Я привык, когда право нажал, да, он повернулся направо, налево, налево. Чтобы сам герой поворачивался. А эта мышка, она там, ну, может быть, как прицел был бы, там, не знаю. Ладненько, в общем, вот такая вот игрушка, так что... Как говорится, да, посмотрите в эпике, я надеюсь, что она до сих пор еще бесплатно раздается, если нет, но она не так и дорого, в общем-то, стоит. Так что, любите, заживайте, а на сегодня все, пока, ну, лайки на ваше усмотрение, соответственно, лучше всегда лайки на Бусти, как всегда, она выходит для пионеров с рангом чуть, они могут сразу смотреть все, которые ролики будут когда-либо выходить на канале, ну а так, собственно говоря, по расписанию для остальных. Так что не переключайтесь, скоро увидимся, и как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока.